Загадочное и страшное явление, которое сопровождает человечество уже тысячи и тысячи лет. Сонный паралич. Она пугает и интригует, вызывает множество вопросов и вызывает в нас ужас, который невозможно описать словами. Сегодня мы погрузимся в этот мрак и расскажем о сонном параличе, о его странных и загадочных аспектах, которые многие из вас пережили на собственном незабываемом опыте. Это видео не только о научных теориях, но и прежде всего о реальных историях, о чудовищных и жутких визуальных и аудиальных образах, которые сопровождают сонный паралич и которые кажутся реальными на 100%. Сонный паралич – это промежуточное состояние, возникающее прежде чем вы окончательно проснетесь или заснете, когда ваше сознание уже или еще заперто внутри собственного тела, но при этом оно полностью лишено контроля над ним. То есть в этом состоянии человек ощущает себя полностью парализованным. Ощущение это поначалу омерзительное, а потом еще и пугающее. Ведь кто знает, вдруг из него выбраться уже не удастся никогда. Вы столкнулись с этим в первый раз, вы начнете паниковать. Осознав, что тяжелое тело не считает дыхание, век и глазных яблок вас категорически не слушается, вы начнете паниковать еще сильнее. Наука уверенно говорит, сонный паралич не опасный для здоровья сбой. Мозг просто не хочет, чтобы вы бегали по дому, когда спите. Для этого он парализует тело во время сна. Переутомление, прием фармакологии, наркотики, стресс приводят к такому сбою. Сознание проснулось, а тела еще нет. Спустя 5 секунд, максимум минуту, вы из этого состояния спокойно выйдете, если к вам не явятся пугающие жуткие друзья из параллельных миров. Я открыл глаза, лежа на кровати, и вдруг осознал, что не могу двигаться. Периферийным зрением я увидел сидящий рядом в кресле силуэт и успокоился. Судя по комплекции и росту, это был мой двоюродный брат. Силуэт, казавшийся моим братом, услышав мои мысли, встал с кресла и направился ко мне. Я тут же понял, жуткое нечто не мой брат. Оно не имело лица, было болотного цвета и состояло из постоянно двигающихся внутри существа маленьких частичек. Не то материя, не то дыма. Существо постоянно бурлило, внутри словно белый шум на экране телевизора. В ужасе я не мог позвать на помощь и не мог пошевелиться. Существо, напоминающее самый страшный кошмар, стало обнимать меня руками, прижимаясь, залезая под кожу и проникая пальцами в нервные волокна позвоночника, вызывая невыносимую боль. Основное количество людей, регулярно переживающих сонный паралич, видят в этом состоянии очень яркие и четкие видения. В 99% случаев они очень жуткие и кошмарные. Они обращены к парализованному и носят в себе потусторонний мистический характер. Это как наблюдать самый страшный фильм ужасов наяву, но вдобавок ко всему ты не можешь убежать от монстра, чудовища, сущности. Наука утверждает, что видения сопровождают состояние сонного паралича, потому что функция сна еще активна, и мы как бы видим сны, практически пробудившись, застрявшие в промежуточном состоянии. То есть это фактически галлюцинации. И лишь кто сталкивался с этим ужасом, включая меня, с этим не соглашаются, считая утверждение науки чушью. Самое важное в загадке сонного паралича и реалистичных пугающих видениях, которые видят миллионы людей, заключается в том, что что-либо научное вякают об этом состоянии, пытаясь объяснить лишь те, кто это не пережил. Те, кто, как и я, фактически в этом состоянии прожили отдельную жизнь, считают, что все происходящее правда. Эти сущности реальны, самостоятельны, не являются продуктом действия нашего мозга. Мы просто с ними соприкоснулись на границе двух миров, этого и мистического. В теории, а это именно теории, что касается объяснения наукой данного состояния, очень много дыр, и закрывать их после того, как я их озвучу, будут те, кто не был в этом состоянии. Во-первых,
Видения, которые видят люди в сонном параличе, всегда кошмары, в процентах 99 точно. В тот момент, когда быстрый сон – это разные сны, и если видения связаны со снами, то и видения должны быть в сонном параличе разные, вплоть до всякой чепухи, но такого нет. Во-вторых, те, кто переживал галлюцинации в различных состояниях, психические проблемы или употребление галлюциногенов, а также знаком с сонным параличом и жуткими друзьями, которые к нам туда приходят, утверждают, это две разные вещи. Третье. Галлюцинации – это то, что у нас в голове. Каждый, кто галлюцинирует, знает, закрыв глаза, галлюцинации на месте, внутри нашей башки. А вот в сонном параличе иначе. Закрыв глаза, ты не видишь больше сущность, но ты можешь ее слышать или даже чувствовать эту мерзость телом. Четвертое. Если в комнате кто-то не спит, и вы находитесь рядом, оказавшись в сонном параличе, видений не будет. А это должно работать обязательно в случае с быстрыми снами и галлюцинациями. Внутри сонного паралича есть градации, то есть различия по своему наполнению. Первые – это 90% того, что видят в основном люди. Жуткие потусторонние кошмары, во время которых вас пытаются максимально напугать. Порой они не заканчиваются быстро, и есть случаи, когда нечто, вышедшее из стены, подошло к окутанной параличом и страхом девушке и, вытащив ее из тела, потащило обратно в стену, за которой был мир, состоящий из тьмы и страха. Есть редкие моменты сонного паралича, когда парализованное тело тебе не в тягость, у тебя нет страха или дискомфорта. В таком случае, скорее всего, ужасных видений не будет. Ты в таком состоянии как бы по приглашению, и тебе передают информацию. Шарады, загадки, мистические послания, состоящие из странных необыкновенных символов. За много лет до того, как я начал писать книги, я видел пару десятков раз именно в таких необычных сонных параличах перед собой витающие в воздухе буквы. Мне казалось, они стоят в неправильном порядке. Силой мысли я их передвигал, делая правильные ряды. И это доставляло мне огромное эмоциональное удовольствие. Помимо этого, несколько раз были целые беседы с потусторонним. Долгие и интересные, когда тебе передают важнейшую информацию о твоей жизни, о том, что тебя ждет. Бывает такое, что люди будто настраиваются на некую радиоволну, где диктор вещает о том, что происходит в этом мире, о чем не знают простые смертные. Еще один вид – это тот 1%, когда кошмаров нет. Такие состояния обычно переживают дети. Они могут видеть ангелов, эльфов, волшебников, которые стараются развлечь чем-то сказочным ребенка. Хотя бы один раз в жизни состояние сонного паралича переживали, исходя из существующей статистики, 600 миллионов человек из 8 миллиардов живущих. Я считаю, что этих людей значительно больше, так как, общаясь с многими людьми, они с удивлением говорили, что переживали подобное состояние, но считали, что им просто приснился такой странный кошмар, где они парализованы жертвой каких-то пугающих сущностей и обстоятельств. Сонный паралич и его ужасы, которые видят люди, испокон веков практически одинаковы. Основное количество людей, помимо видений, испытывают проблемы с дыханием, им тяжело дышать. Я с такой проблемой никогда не сталкивался за все мои сотни случаев сонного паралича. Раньше в древности считалось, что человеку на грудь в этом состоянии садится демон, из-за этого и возникают проблемы с дыханием. А еще суккубы и инкубы приходили к молодым женщинам и мужчинам именно в этом состоянии, чтобы соблазнить и заняться с ними сексом. Тот факт, что многочисленные сонные параличи имеют одинаковую, весьма пугающую направленность, сюжеты, эмоциональное наполнение и даже некий смысл, который в будущем отображается в реальной жизни, указывает на то, что по крайней мере сейчас наука ошибается, давая свое сухое, хотя и не лишенное логики, объяснение данного явления. Когда человек засыпает, решает мелатонин, контролирующий наши циркадные ритмы. Тьма – сон, свет –
бодрствования. Помимо этого, исходя из новейших данных, мелатонин, видимо, контролирует еще и все прочие биологические ритмы человека. Детство, молодость, старение, размножение, менопауза и многие другие запрограммированные процессы, которые меняют и контролируют нас в течение жизни. Мелатонин – гормон, который позволяет не только видеть сны, но и является сигналом для мозга, когда необходимо тело обездвижить, чтобы мы не могли поранить себя, бегая и прыгая, занимаясь всяким непотребством, которое происходит с нами в стадии быстрого сна. Когда мелатонина становится достаточно много, наше дыхание замедляется, температура тела опускается, мозг начинает работать вначале в альфа, а далее в тета-волнах. Наступает момент, которого мы обычно не помним, между бодрствованием и уже событиями во сне. Именно в этот момент, когда вы не осознаете происходящего, мозг отключает ваше тело, после чего идет погружение в сам сон. Далее ваш мозг начинает вырабатывать самое сильное галлюциногенное вещество на Земле – ДМТ или диметилтриптамин. Раньше предполагалось, что во время сна в человеческом организме вырабатывается совсем немного диметилтриптамина. Сейчас эта теория утратила свою свежесть, и оказалось, что мы попросту не знаем и не можем замерить, сколько этого галлюциногена вырабатывается, когда мы спим. Однако доподлинно известно, что алкоголь подавляет быструю фазу сна. Это момент, когда мы видим очень яркие, насыщенные эмоциональные сны. В этот момент наш мозг работает в тета-волнах. Запойные алкоголики не видят ярких, насыщенных снов. В какой-то момент организм понимает, что он умрет без этой жизненно необходимой стадии сна. И все, что было подавлено, за несколько месяцев высвобождается наяву. Человек видит сны, не засыпая. Это и есть белая горячка. Это научный факт. Как известно, в белой горячке человек видит галлюцинации. Как раз, скорее всего, благодаря ДМТ, самому сильному галлюциногену на Земле, который вырабатывает наш мозг. Есть теория, которая гласит, что мы в принципе видим сны, потому что это галлюцинации, благодаря веществам, которые есть уже в нас. Но есть, как всегда, раздражающее скептиков «но». В белой горячке алкоголики видят не только кошмары, но и всякий бред, как и полагается в стадии быстрого сна. А в состоянии сонного паралича, как я уже говорил, это 99% случаев кошмары. Научное объяснение сонного паралича, всего, что в этот момент происходит, очень логичные, сухие, но в большинстве своем теоретические. От этого они не становятся неправильными, однако и не становятся правильными. На данном этапе с пониманием, что такое сон и почему человек видит сны, ощущает вкус во сне, запах, прикосновение, слышит звук, существуют огромные проблемы. Конечно же, процесс сна сопровождают ряд биологических процессов. Самые интересные из них происходят в мозге, и благодаря МРТ, энцефалограмме и прочим научным девайсам мы можем многое понять, что сопровождает вхождение в сон и выход. Но мы не знаем самого главного, почему мы видим и ощущаем так много всего во сне, откуда берется изображение, звук и прикосновение. Когда человек спит и видит сны, его зрительная кора активна, так будто в нее поступает огромное количество ионов от нашего зрительного сенсора, глаза. Но это не так. Наши глаза во время сна закрыты. Так откуда же берутся те самые электрические импульсы, ионы, благодаря которым человек видит сон? Ответа на этот вопрос у науки нет. Одно из предположений – та самая биохимия и те самые эндогенные, то есть естественно вырабатываемые галлюциногены. Один из них – это диметилтриптамин. Есть еще теория о том, что, возможно, эти самые ионы, которые несут различную информацию, как бы пребывают в мозге в пассивном состоянии, и когда человек засыпает, они наконец-то направляются в центры обработки сенситивной информации. Так рождается изображение, звук, прикосновение, события. Тогда возникает вопрос,
А что им мешает сразу добираться до зрительной коры и прочие центры обработки информации? Зачем ждать сна? О да, с тем, что такое сон, что такое галлюцинации, что люди видят во время сонного паралича, у науки огромные проблемы. А вот у тех, кто пережил сонный паралич, а также с теми, кто употреблял этот самый искусственно синтезированный диметилтриптамин, проблем с объяснением, что происходит с нами и что мы видим в этих измененных состояниях сознания, нет. У меня был несколько раз опыт ДМТ-трипов, не через айваску, а через курение ДМТ, чисто в исследовательских интересах. И я точно знаю, что же на самом деле происходит с человеком в сонном параличе и во сне, где мы оказываемся, что за сущности к нам приходят в этих состояниях. Правду об этом вы узнаете далее. Открыв глаза, я увидел вокруг себя темноту, сквозь которую мне все хорошо было видно. Меня окружала моя комната, я не могу двигаться, но в этот раз почему-то я не чувствовал себя по этому поводу дискомфортно. Мне было очень хорошо и спокойно. Это состояние очень сильно отличалось от тех сонных параличей, которые происходили со мной обычно. И такое происходило всего несколько раз в жизни. Обычно так было, когда мне словно кто-то хотел передать какую-то важную информацию, будто кто-то контролировал мое эмоциональное состояние извне, чтобы я не пытался выйти из него, и мне не было страшно. То есть я должен был пройти через это до конца, так как это кем-то было запланировано. Я увидел темный силуэт, стоящий в дверях. Это нечто говорило со мной, и я слышал голос взрослого мужчины, словно где-то в центре моей головы. Будто ионы сразу же посылались в центр обработки слуховой информации, а не через уши. Я задавал вопросы мысленно, а мне отвечали. Я знал, что это нечто нехорошее, злое, но от меня ему ничего не надо было, и он лишь хотел передать информацию. Информацию о том, что если я сделаю, как он сказал, я смогу получить наконец-то то, что хочу. Соблазн делать так, как он сказал, для меня весьма большой по сей день. Взамен от меня он ничего не просил. В том, что это была не просто галлюцинация, а некое послание из метафизического мира, я уверен, так как это нечто передало мне информацию об одной из моих книг, что с ней будет происходить еще до того, как она была издана. И несмотря на то, что я не хотел, чтобы так было, все оказалось впоследствии правдой. Есть теория. Эта теория не научная. Эта теория принадлежит всем тем, кто когда-то переживал мощный психоделический опыт благодаря диметилтриптамину. Они утверждают, что это вещество открывает некий портал в параллельный незримый мир, который существует рядом с нашим. Это вещество, которое открывает дверь в потустороннее, позволяет не только нам оказаться там, но и позволяет им быть увиденными нами. Дело в том, что если не испугаться сонного паралича и даже тех кошмаров, которые люди видят в этом состоянии, можно, взяв свою волю в руку, немного потренировавшись, покинуть свое тело, после чего попутешествовать в астральном мире, во множестве астральных миров. Тебе на пути могут повстречаться различные существа, хорошие, нейтральные и очень плохие. Это и есть как раз те, кого мы видим в состоянии сонного паралича, не выбравшись из тела. Если тренироваться, то с каждым разом от тела можно отходить все дальше и дальше, вплоть до того, чтобы путешествовать по всему миру. Все это происходит благодаря воздействию собственной биохимии на мозг, которая снижает защитные механизмы и открывает портал, позволяющий нам видеть то, что существует в астральных и параллельных мирах. Это и есть то, что происходит с нами в сонном параличе, а также то, что мы видим там, обитатели астрального мира. В интернете вы можете найти огромное количество групп и различных комьюнити, где обитают люди, переживающие постоянно кошмары в состоянии сонного паралича. Эти люди находят понимание среди друг друга, делясь своими жуткими, невероятно кошмарными, порой просто невообразимыми историями пережитого. И вот вам удивительный факт. Среди них вы практически не встретите людей, которым за 40-50. Там в основном молодые люди. Конечно же, будут исключения, но все же тенденция очевидна.
Дело в том, что после 30-35 те, кто страдают и ноют по поводу кошмаров, пережитых в состоянии сонного паралича, в большинстве своем лишаются этой проблемы. И все, можно больше не переживать и спокойно спать. Если этого не случится в 30-35, это случится чуть позже. Так утверждает наука, и я могу сказать, по себе это правда. Подобные состояния сейчас у меня происходят все реже и реже. То есть выходит так, что после какого-то возраста ты становишься не нужен астральному миру и его обитателям, и тебя больше никто пугать не будет. А еще помните кошмарные сны в детстве и юности? Какими запредельными, изощренными и эмоциональными они были? Настолько, что мы боялись спать одни, боялись темноты, просили родителей оставить ненадолго хотя бы тусклый свет. Но вот ты повзрослел, и больше кошмары тебе не снятся. И в параличах никто не является. Видимо, ты чего-то лишился, из тебя что-то выкачали, и ты больше не нужен. Как выдоенная пустая корова. Когда человек засыпает, ритм работы его мозга меняется. Вначале наш разум расслабляется, и это альфа-ритм. Потом мы погружаемся в глубокую дрему, которая переходит в стадию быстрого сна. Это тета-ритм или тета-волны. Далее наступает глубокий сон, и это дельта-ритм. До 7 лет мозг ребенка постоянно работает в состоянии тета-ритма, поэтому дети так легко и быстро засыпают. Именно поэтому детство, если оно окутано любовью и заботой, сказочное время, так как тета-ритмы головного мозга – это то самое измененное состояние сознания, когда мы соприкасаемся или нам кажется, что мы соприкасаемся с чем-то необычным. За то, чтобы люди не сталкивались друг с другом, и за то, чтобы при ходьбе не сталкивались с преградами, отвечает нижняя теменная доля мозга. В состоянии бодрствования она очень активна. Когда мы засыпаем, она теряет активность, и поэтому наше тело нужно парализовать, чтобы мы не бегали и никуда не врезались. При этом, внезапно пробуждаясь среди ночи, бредя в туалет, мы часто можем удариться ногой или плечом об угол или дверной косяк. Так происходит именно из-за того, что нижняя теменная доля мозга еще не активна. Дети постоянно падают, сталкиваются и вообще крайне неуклюже, именно потому, что этот участок мозга у них менее активен, чем у взрослых. Интересно, в чем же загадка этого участка мозга и какое отношение она имеет к страшным видениям в состоянии сонного паралича? Личностью человек становится не сразу, характер, путь и позиция появляются с возрастом. Когда мы дети или когда мы юны, нас еще можно чему-то научить и повлиять на то, кем мы станем в будущем. Отделяет нас как личности и как тело от всего окружающего мира забор, нижняя теменная доля мозга. Когда мы становимся старше, она становится максимально крепкой, и через нее мало что может пробиться. Лишь когда мы спим, или когда пьем алкоголь, или когда употребляем психоделики или наркотики, когда медитируем, когда отключаем внутренний диалог, теменная доля мозга слабеет, ее активность падает, и забора нет. Его нет ни для чего, ни для материи, ни для энергии. И в наше сознание, в наши 5 органов чувств может проникнуть очень многое. Например, сны или то, что называется галлюцинациями, или образы в сонном параличе. Все это происходит, потому что нет забора, который бережет твою материальную реальность, и с тобой наконец-то можно взаимодействовать. Этот портал, этот шлюз, эти врата открывает твой мозг в определенных состояниях, в том числе и благодаря собственной биохимии мозга. Дети до 7 лет существуют без этого забора и имеют связь с незримым миром. Тета-ритм, пониженная активность нижней теменной доли головного мозга, также наблюдаются при психотических нарушениях, сотрясениях мозга, спутанности сознания, оттуда и галлюцинации у психически больных.
так как защиты и забора от незримого мира просто нет. Когда наш разум не имеет защиты, он открыт для любого рода внушения и воздействия. Именно поэтому настоящий гипноз – это очень долгое расслабление и введение человека в тета-ритм или пониженную активность нижней теменной доли мозга. После этого можно и покопаться у человека в башке и узнать все о нем. Существа, приходящие в кошмарном состоянии сонного паралича, всегда бьют в точку, создавая для нас то, что мы боимся сильнее всего, потому что они знают о нас все. Когда отсутствует забор или двери, можно спокойно зайти в дом, посмотреть, что там внутри, и понять, как лучше всего напугать хозяина дома. Именно это и происходит в состоянии сонного паралича, а также во время наших снов. С той только разницей, что мы можем повлиять на наш сон усилием воли, а в состоянии сонного паралича нет. Мы парализованы и скованы в нашем теле. Так нас пугать и доить легче всего. Когда человеку стукнуло 30-35-40, он окончательно оформился как личность. Забор его мозга стал бетонным, сны становятся не такими интересными и качественными. Сон становится хуже, прерывистый, поверхностный, сонные параличи и кошмары почти исчезают. Все это потому, что забор теменной доли мозга окреп и больше не хочет тебя слишком надолго и слишком глубоко отпускать в метафизический астральный мир. И различные паразиты к тебе прийти больше не могут. Когда мы дети, когда мы юны и молоды, они приходят к нам в наш разум, так как двери распахнуты широко, понимают, кто мы есть, надевают маску любого кошмара и приходят к нам во сне, галлюцинациях или в краткое мгновение сонного паралича и доят нас, забирая самое важное, что есть у человека. Чего так много в нас, когда мы чистые дети и когда юны? Это нечто позволяет нам прожить жизнь, как мы считаем нужным. Им же это нечто позволяет быть сильнее и терзать нас еще сильнее. Мы, будучи детьми, молодыми или уже взрослыми, при определенных обстоятельствах накапливаем и храним в организме нечто, что способно менять нашу жизнь так, как мы этого хотим. Сущности, приходящие к нам в сонном параличе и не только пугающие нас, питаются этим. У их поступков есть смысл, это не просто зло ради зла. Что если я вам скажу, что есть определенные знания, которые могут рассказать вам правду об этом, которые помогут вам изменить вашу жизнь к лучшему. Мне удалось узнать, где это нечто хранится, как оно копится и для чего оно нужно. Все это исследовано в моей книге «Восхождение», которая попала в шорт-лист лучших книг по биохакингу и личностному росту, а также стала бестселлером. Более подробная информация в описании под этим видео. Как и каждый из тех, кто много раз бывал в состоянии сонного паралича и видел там кошмары, я, конечно же, пытался взять себя в руки в этом состоянии, чтобы попытаться изучить мир, который предстал перед моими глазами. Я успокаивался как могу и наблюдал, пытаясь выбраться из моего тела с целью попутешествовать, пытался говорить с сущностями и даже терпел боль, стремясь увидеть, что будет после этого. Совсем недавно это дало свои плоды. Оказавшись в очередной раз после пробуждения в состоянии сонного паралича, я увидел в дверях стоящий изящный силуэт, состоявший из бело-голубого дыма, светящегося изнутри, будто пар, который держал четкую форму. Удивительно, но в этот раз я не испугался, а разозлился. Сам не зная как, но мне удалось выскочить из тела и накинуться на это существо. Повалить на пол, я начал его душить. Я ощутил поверхностью ладони приятный холод, из которого состояла эта сущность. Осознав, что оно проиграло, оно больше не держало меня там, и я тут же очнулся в своем теле. Если вас терзают кошмары в сонном параличе, если вам не нравится это состояние, разозлитесь на сущности и на состояние, и вы тут же выйдете из него, потому что то, что вас в него ввело, не заинтересовано в вашей смелости, оно заинтересовано в вашем страхе, и оно тут же вас отпустит.
Сознание, сны, мистика – все эти загадки нашего мира имеют объяснение. Наука будет раскрывать их по мере своего развития. Многие страшатся настоящей правды, но здесь мы раскрываем ее полностью. Подписывайтесь на наш канал, и я продолжу искать ответы. До скорой встречи!